Ульяновский автомобильный завод работает над созданием новой модели компактных малотоннажных грузовиков Solers Argo. Грузоподъемность автомобиля от тонны до 1,5 тонн. Цена, по словам производителя, будет доступной около 2 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Продавать авто планируется на территории страны. Мы запустили производство сборку. В августе планируем запустить производство полного цикла. Это сварка, окраска и сборка. С последующей быстрой локализацией. Мы планируем локализовать, как я уже сказал, многие компоненты. Осмотр производственного участка, где идет работа над новой моделью, провел Алексей Русских. Губернатору презентовали проект. Рассказали об особенностях и преимуществах нового автомобиля, производственных планах. Так в год планируется выпускать свыше 10 тысяч автомобилей. Общие инвестиции в проект составят свыше 1 миллиард рублей. Кроме того, глава региона провел с руководством предприятия закрытое совещание по реализации новых проектов. Обсудили ситуацию с обеспечением трудовыми ресурсами. Приняли решение, что внимательно и детально изучим еще экономику предприятия, потому что оно не должно потерять свои возможности по инвестированию, потому что планы грандиозные, планы большие. Но, тем не менее, естественно, надо особое внимание уделить непосредственно рабочим. На Ульяновском автомобильном заводе трудятся тысячи жителей нашего региона. В период санкционного давления отечественное производство играет ключевую роль. Глава региона попросил руководство завода остаться с коллективом в конструктивном диалоге и давать возможность рабочим открыто высказывать свое мнение. Мы 3 года делаем индексацию, мы договорились о том, что она будет ежегодной. То есть на этом не останавливаемся, это не только сегодняшний момент. Нам нужно в целом как бы смотреть на перспективу долгосрочную. За свою более чем 80-летнюю историю автомобильный завод стал знаковым предприятием нашего региона. На сегодняшний день там производится более 10 моделей автомобилей, в том числе для нужд МВД и автомобилей скорой медицинской помощи класса Б и С. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.